Чернігів лідерис Гагаузіян башкалини Михаил Макарович Вармузал. Заман хайр олсун, сайгылы достар. Бүгін бізім бұл бүйік йортымызда 18-інші йылда насыл құрылды автономиямыз. Шилді кейер отыракан абарда сценарынызда телефон ачты бана 9-інші Жумур Башканы Түркен Сулейман Демирел йоллады хепсінізе сізе бүйік селем. Кысмет, берекет Гагаузлара, эмчок йыл. Уважаемые друзья, дорогие наши земляки, гости, дипломатический корпус, депутаты парламента Республики Молдова, депутаты Народного собрания Гагаузии, примары, председатели советов, все, кто сегодня находится в этом зале. Это наш большой, замечательный праздник, День образования Гагаузии. В этом году Гагаузская автономия отмечает свое 18-летие. Такой рубеж совершеннолетия является поводом не только подвести итоги пройденного пути, но и одновременно наметить дальнейший вектор развития нашего общества. Гагаузия, как и многие государственные образования на территории бывшего Советского Союза, была рождена в стихии народного энтузиазма, когда люди брали судьбу в свои руки и вершили свое будущее. К сожалению, процесс государственного строительства на обломках СССР редко обходился без крови и человеческих жертв. И в этом смысле признание гагаузской автономии является тем редким и оттого крайне ценным примером, когда выдержка, дальновидность и здравый смысл взяли верх над всеобщим безумством и безответственностью. Оценивая события начала 90-х годов, я хочу выразить искреннюю признательность лидерам Гагаузской республики Степану Михайловичу Топалу, он здесь с нами в зале, Михаилу Васильевичу Кендигеляну, он тоже здесь с нами в этом зале, Бурбуджи, Доброву, Капанжи, Таушанжи, Бузаджи и сотням и сотням жителей Гагаузии, заложивших фундамент сегодняшней автономии. Спасибо вам большое. Вместе с тем я благодарю тогдашнего президента Молдовы Мирча Снегура и председателя парламента Петра Лучинского и всех депутатов парламента, проголосовавших за принятие закона об особом правовом статусе Гагаузии. Этот волевой шаг руководства страны стал мудрым решением сложного конфликта и, безусловно, послужил укреплению молдавской государственности. На протяжении 18 лет функционирования автономии усилия жителей и руководства Гагаузии были направлены на раскрытие потенциала гагаузского народа и одновременно укрепление суверенитета Республики Молдова. За эти годы мы достигли заметных успехов в области образования и здравоохранения. В сотрудничестве с правительством Молдовы и при поддержке наших внешних друзей в автономии развивалась инфраструктура, строились социальные объекты. О богатой культуре гагаузов узнавало все больше стран со всех уголков мира. За годы существования автономии накоплен ценный опыт диалога с центральными властями. Мы никогда не стремились навязать свою волю всем гражданам Молдовы,
Но вместе с тем мы неизменно отстаивали законные права и интересы нашего народа. В этом контексте я хочу обратиться к руководству Республики Молдова с предложением. Время все более очевидно диктует необходимость усовершенствования закона об особом правовом статусе Гагаузии. Созданное как модельный пример решение межнационального конфликта путем предоставления территории особых автономных полномочий, Гагаузия медленно стала занимать в Республике Молдова место рядового района. Такая государственная политика, к сожалению, сводит на нет тот имидж зрелого и по-настоящему сильного государства, который Молдова приобрела в мире 18 лет назад. В связи с этим, подтверждая свое уважение к суверенитету страны, а также следуя ценностям и принципам регионализации, которые лежат в основе европейской политики, я призываю все высшее руководство страны принять участие в совместной разработке комплексной пятилетки программы развития гагаузской автономии, которая будет включать реализацию собственных социально-экономических и культурных программ. И интерес к данной программе уже проявили и премьер-министр Молдовы Владимир Филат, и председатель парламента Мариан Лупу. Не безразличными к данному намерению остались турецкие официальные лица и представители зарубежных организаций, которые выразили желание оказать нам помощь, экспертную помощь. Уверен, что наше стремление к сотрудничеству и готовность к цивилизованному диалогу всегда будут способствовать тому, чтобы все спорные вопросы между Гагаузией и правительством Республики Молдова решались в доверительной рабочей атмосфере. Если гагаузская автономия будет развиваться на таких принципах, то это будет самой верной гарантией существования целостной, независимой, нейтральной демократической Республики Молдова. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с годовщиной образования гагаузской автономии. Пусть этот праздник пробудит в нас чувство гордости за гагаузский и молдавский народ, которые в сложных условиях сумели проявить мудрость и сохранили незыблемые принципы мирного сосуществования. Давайте ценить этот опыт и с присущим нам трудолюбием обустраивать нашу маленькую родину Гагаузию и общий дом Республику Молдову. С праздником, с Днем Гагаузской автономии! Бугун 8 yılın içinde çok işler sizinle beraber gördük. Çoğumuz yardımcı olduk. Hani ta bir adım ileri yapalım beraber. Daimaca sorarım kendime. Vardım önce nasıl tazide yapma. Ta çok yapma. Ta çok yapma hani dilimizde ta çok insan laf etsin. Ta çok yapma hani okullarımızda daha çok propaganda olsun dilimize. Vardır mı nasıl bulma daha çok para da daha çok para koyma. Hani bizim gagavuzların adetleri, kulturası, yazıcıların işlerini, kağıtlarını çıkarma. Derim hani var mı ciddi daha çok yapma. Ama çok kuvvet kaybettik. Bu kavgalar hani aramızda daimaca bu 18 yılında değil hani şimdi saat bitkinci vakitte. 18 yıl sıra vardır aramızda kavga. Bunu lazım açıktan söylemek. Bu bizim res çekerdiği yeri. Anlaşmak bulamayız. Zor anlaşırız. Az varız. Bak tekrar 160 bin varız. Küçük bir yerimiz var. 1848 kilometre yer toprağımız var. Çok işler yaptık, güzel gösterdik. Bütün dünyaya güzelliğimizi, akılımızı gösterdik. Fikrimizi gösterdik. Kuvvetliğimizi gösterdik. Birliğimizi gösterdik. Çok işler yaptık. Ama vardı nasıl daha çok yapma. Olduk, şan sonra olduk 18 yaşında. Önce eski Sovyet sistemada pasport yerine kabul edersin.
18 yaşında oldun, seçimlere de katılırsın, sesini de verirsin. Sen de ayrılırsın seçimlerde. Şansları lazım düşünme, ta büyük programalar. Ta ileri programalar lazım düşünen. Şimdi o programalar yapmalım kısa vakıda 1-2 yıla. Hem az 5 yıl, 10-15-20 yıla ileri lazım bakalım. Üzere siz görürsünüz ince bu dünyada var devletler Z'de 5-6 milyondan kişi yaşayan Z'de büyüğünle büyük kabledemekler kendi devletini, Gagavuzlar 160 bin kişi kabletler kendi devletini. Bu ne gösteriyor? Bu gösterilen büyük potansiyelimiz var. Biz var nasıl topladık ana bu potansiyeli, koyduk ana niyetimize ne isteriz yapma bu 5-10-15 yılın içinde. Biz var nasıl oraya yetişelim sizden beraber. Siz görürsünüz sen dünyada bize isteyenler yardımcı olma. Var çok dostlarımız. Rusya'dan daimaca yardım var. Turcia'dan daimaca yardım var. Şimdi yönümüzde yıla 15'inden sonra 15'inden 30'una kadar yanvarda gelecek Dirk Schubel gelecek böyle. Avrupa'nın büyük elçisi. Onlar da isteyerle yapmaya bir programa bize yardımcı olma 5 milyon euro. Hani Gagavuzya kalkınsın. Biz lazım çok akıllı kendi politikalarımızı yapalım. Nasıl bu yıllar aramadık kendimize düşman öyle de aramalım onları. Aralım kendimize dostları kiminle birlikte insana daha çok iyilik yapma, insan da daha iyi yaşasın Gagavuzya'da. Var umudum hani sizinle beraber ta ileri doğru da bunu yapacağız. Anlaşmak da aramızda olacak. Bu zor vakitlerde hani şimdi bizim devlette var, bizim avtonomide, dünyada bu ekonomik kriz bu da geçecek. Binlerle yıl yaşasın Gagavuzlar. Koralım kendi dilimizi, adetlerimizi. Sağlık, kısmet, hem bereket. Kutlarım sizi. Yaklaşır yeni yıl. Yurtlar, sonra Рождество Христово. Hepsinizi bu yurtlarla kutlarım. Sağ olun.